Заседание и обход по объекту представители штаба по созданию новой комфортной среды вокруг кинотеатра «Искра» проводят два раза в неделю, по средам и субботам. На таких собраниях коллегиально решается множество вопросов, а количество встреч обусловлено высоким темпом строительства. Контролируем ход выполнения работ. Объем очень большой, сроки очень сжаты. Вот. На сегодняшний день практически все демонтажные работы уже подходят к своему концу. Приступают по отдельным видам работ к монтажу. То есть это в ближайшее время, на следующей неделе, надеюсь, уже увидим по этим вопросам динамику. Вот. Ну и первоочередные технические вопросы, которые возникают, соответственно, авторским надзором, техническим заказчиком, все эти вопросы будут сниматься и контролироваться на постоянной основе. Василий Борисенко – коренной житель Видного. В юности не расставался с BMX-ом, поэтому посвятил свою жизнь созданию площадок для любителей скейтборда и самоката. Вот и в родном городе теперь появится скейт-парк, построенный под его руководством. По словам Василия, памп-трек практически готов, а вот строительство всей зоны для райдеров завершится в конце августа. Продуманы все траектории, все кочки, все виражи и так далее. Но, естественно, когда ты строишь своими руками для себя, это получается на самом высоком уровне. Я думаю, райдеры Видным оценят. Появятся и другие интересные объекты, где местные жители смогут провести активно свободное время или отдохнуть. Пока, правда, благоустроительные работы доставляют видновчанам некоторые неудобства. Одной из важных задач для строителей является освобождение пешеходной зоны по периметру объекта. Через неделю вновь будет доступна дорожка на Советской улице. Ну а в целом, к концу октября в Видном появится новая благоустроенная зона отдыха. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.